Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас автомобиль Ford Tornado 2005 года выпуска, 1.8 двигатель. На нем мы заменим фильтр масляный, масло в двигателе и воздушный фильтр. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль, снимаем защиту, чтобы нам снять масляный фильтр. Сливаем масло, меняем фильтр, опускаем. И уже сверху заменим воздушный фильтр и зальем масло. Какие номера фильтров и какое масло, я укажу. Продолжаем. Так, вот у нас пробочка поддона находится здесь. Ключик здесь на 13. Прокрутили, сливаем. Все, масло мы слили, пробочку мы закрутили на место. Резиночка немножко там подорвана была, намазали герметиком. Сейчас откручиваем масляный фильтр. Он находится здесь же сзади, сверху над приводом. Сверху его будет неудобно откручивать, снизу его удобно. Берем краб и крабом его отворачиваем. Вот я его сорвал. Очень длинная резьба. Так, масляный фильтр Мале OC606. Масло мы будем использовать Liquimoly 5W30 Special Tech. Заливаем немножко масла в фильтр, пропитываем его, мажем резинку и закручиваем. Все, идем на место, устанавливаем. Масло, которое мы залили, вытекать не будет, потому что оно сейчас все впитается в фильтрующий элемент. Все, да, он уже видно. Все, фильтр мы установили, подтянули. Сейчас берем очиститель карбюратора. Масло, которое набежало, смоем его. Все, фильтр мы заменили, устанавливаем на место защиту и опускаем двигатель, автомобиль. И вот таким образом, да, это происходит. Выключил камеру.
Да, пока выключил. Там одна сзади подкрестовая отъемка. Обыкновенный саморез стоит, потому что там сломался, не помню. Сам я тут переделал кое-что. Ага. Лопнутый был, я уклеил вроде тут, что-то у меня помню. Там простой отвертый крестов заворачивает. Здесь, наверное, гайка проворачивается, нет? Нет, нет. Да. Надо подержать. Подставочка. Поднимаем. Вытаскиваем старый фильтр. Новый фильтр мы будем использовать Knecht LX798/1. Даже в коробочке идет вот такая поролоновая подушка, чтобы фильтр в коробке не болтался. Поднимаем крышечку. Продувать мы там не будем. Пыли сейчас нету в корпусе. Устанавливаем новый фильтр. Здесь задняя часть. Смотрим, чтобы она зашла до конца. А, там саморезы. Ага. Я думаю, что он не заходит. Я там сам делал, просто мешок закручивался. Тут тоже эти щели не полезли. Да, все, установили фильтр, закручиваем крышку. Вороночку можно. Сейчас посмотрим, какой диаметр. Не, не надо. Так, ну что, мы залили масло, немножко получается перелили, вакуумом откачали, сейчас человеку всегда меняли, говорили 4600 на замене, хотя по факту оказывается 3600 здесь в двигателе. Вот сейчас у нас пол уровня, 1,5 литра осталось в канистре, больше мы доливать не будем. Так и оставляем. Замену масла и фильтров мы произвели. Всего вам доброго!